Фонд «Эфириума» будет тренировать блокчейн-специалистов в России. Сооснователь блокчейн-технологии «Эфириум» и фонда «Эфириума» Виталик Бутерин подписал соглашение о партнерстве с Внешэкономбанком «ВЭБ». Как сообщает «Узменкоин», согласно соглашению, фонд будет работать с ВЭБ, чтобы создать новый исследовательский центр блокчейн в России, в котором будут проходить специализированные тренинги по теме блокчейн и технологий распределенного реестра. Бутерин отметил, что это соглашение предоставляет уникальную возможность поучаствовать в исследовании и разработке технологии блокчейн, а также ускорить ее внедрение в работу государственных институтов России.